84 килограмма 600 грамм. Совсем легкий парень у нас. Легкий, но сильный. В этом смогли убедиться свидетели мирового рекорда. Вес Сергея Чуприна играл решающую роль. Чтобы установить рекорд в силовом экстриме, он не должен был превышать 90 килограммов. Над задачей сдвинуть с места автобусный эвакуатор в 41 тонну Сергей работал несколько месяцев. Специальные тренировки, питание, всех нюансов подготовки его тренер-наставник не раскрывает. В данном случае я могу сказать, что тренируются все группы мышц с одинаковой нагрузкой, но отдельным группам мышц уделяется особое внимание. Это те группы мышц, которые помогают срывать транспорт и идти по канату. Безусловно, спортсмены испытывают огромное отягощение и большие, скажем так, нагрузки. Мероприятие спортсмены посвятили Дню Победы, как дань памяти великому подвигу предков и символ победы духа над силой. Ведь масса тела в силовом экстриме стоит далеко не на первом месте. Готов? Да. 3, 2, 1, старт! Вот и все! Все, работай! Спокойно, Сергей! Сергею Чуприне 33 года. Спортом занимается с детства. На его счету много побед, в том числе мировой рекорд по ломанию строительных болтов. Сегодня автобусный эвакуатор весом 41 тонну Сергей сдвинул с места с первого раза. Протянул его на себе 16 метров и потратил на это всего 34 секунды. Вы знаете, если честно, я обращался к Богу, потому что я христианин. И, в принципе, это делаю я для того, чтобы людей замотивировать и некоторых увести от плохих привычек, а перевести на здоровый образ жизни. Поэтому я думаю, что во всем помогает Бог, если ты верующий человек. Силовой экстрим официальным видом спорта в России стал недавно, в начале 2021 года. Дисциплина трекпул, в которой Сергей Чуприна и поставил рекорд, самая популярная среди силачей. Недавно атлет Федерации Денис Вовк тоже отбуксировал, значит, поезд «Ласточка», вес более 274 тонн. И, соответственно, вес Дениса тоже не превышал 90 килограммов. То есть мы показываем, значит, всем людям, которые занимаются спортом, что не обязательно обладать какими-то супербогатырскими размерами. Просто самое главное – регулярно заниматься спортом. Вот, и, соответственно, вам под силу станут тоже мировые рекорды. Для мирового рекорда Сергею Чуприна достаточно было сдвинуть автобусный эвакуатор на 1 сантиметр, но он пошел дальше. Провез на себе его несколько метров. Впереди у Сергея грандиозные планы. Замахнулся на вертолет. Посмотрим, что из этого получится. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ.